Юные хоккеисты Чуваши вышли в суперфинал «Золотой шайбы». На днях в Сочи завершились межрегиональные отборочные турниры среди команд юношей 10-11 лет. В них приняли участие 56 команд. Нашу республику представлял «Спутник» из Новочебоксарска. Из 6 игр группового этапа у нашей команды 3 победы и 3 поражения, 26 забитых шайб. В групповом этапе «Спутник» стал вторым. Теперь команде предстоит играть в суперфинале, который состоится в ноябре 2020 года.